Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу сегодня показать вам мои украшения с жемчугом. В основном это будут серебряные украшения. У меня такие видео уже есть, но сегодня видео немножечко будет новое, потому что у меня новые серьги с жемчугом. И прежде чем показать вам мои новые серьги с жемчугом, я покажу вам много украшений с жемчугом, и аж в самом конце вы увидите мою обновость. Шикарный кофейный аромат. Как говорит Алиса, не ела, не пила, но буду сейчас я пить кофе, это уже я говорю. Вот тогда я уже вам говорила, друзья, что я его таким образом завариваю. Значит, на носик кипящего чайника надеваю вот эту емкость. Так, с какой стороны она у нас красивенькая? Вот с этой стороны она у нас красивенькая. Это немецкая емкость, очень красивая. И в ней мне нравится заваривать кофе. И сейчас у нас будет видео о жемчуге. Конечно же, под чашечку кофе. Сейчас я возьму... Знаете, какую я чашечку возьму для этой емкости? Сейчас вы увидите. Вот эту чашечку я возьму. Это все немецкие штучки. Знаменитая роза. Это был у меня набор чашечек, осталось две. И то одна со щербинкой осталась. А вот это от сервиза. Соусница. Ну, как видите, я ее приспособила для заварки кофе. Так вот, я вот эту соусницу надеваю на нос чайнику. Она прогревается паром кипящего чайника. И затем я насыпаю в нее кофе. Кофе у меня шикарный сейчас. Пахнет изумительно, этот аромат, это все. Насыпаю кофе и заливаю кипяточком. А сейчас еще я добавлю сахар сюда, размешаю, затем буду наливать в чашечку. Но поскольку видео предстоит нам, я так думаю, длинное, о жемчуге, о моих украшениях из жемчуга, то я не буду сильно много останавливаться на кофе, а перейдем все-таки к основной теме. Ну что ж, друзья, начнем. Немножко я с тенью тут путаюсь. Я, наверное, буду закрывать. Ладно. Начнем с того, что я налью себе все-таки кофе. Аккуратненько. Не разлить, чтобы я не отвлекалась на другие действия, да? По кофейку, друзья. Итак, сегодня у нас жемчуг на повестке дня. Это у нас как-то поводом послужили мои новые серьги, приобретенные мною вчера, но они будут показаны в самом конце. Знаете как? На закуску у нас говорят так. На закуску. Поехали. Значит, начнем с моих сережек, которым 100 лет в обед. Я их вам уже... Ой, конечно же, вы все это видели, кто меня давно смотрит, но вы видели, а кто-то не видел. Вот эти шикарные серебряные серьги. Здесь все камни натуральные. Это довольно-таки крупные серьги. И в то же время они не тяжелы в ухе, очень комфортные. Значит, какие здесь камни, девочки? Камни все натуральные, серьги куплены в конце 90-х или в начале 2000-х. Точно я не помню. Здесь изумруды, натуральные изумруды, натуральный раух-топаз. Но вы знаете, что раух-топаз – это кварц такого вот коричневого цвета, и натуральный жемчуг. Все здесь натуральное. Вот такие красивые серьги.
Так. Я решила все-таки показывать не с треноги, а вот с руки. Как-то мне так удобнее, я так лучше могу показать. Я вижу, что я показываю. В общем, вот такие шикарные серьги. И через какое-то время, через несколько лет, я купила подвеску. Вот такую серебряную подвеску. А тоже жемчуг натуральный и аметисты. Вот она вообще большая такая. И я ее купила где-то году, наверное, в 7-м или 8-м. То есть позже. Но тем не менее, когда я ее увидела, она, кстати, довольно дорого стоила на то время, как, собственно, и вот предыдущие серьги, да? Так, я не выдерла ее, что-то она у меня. Ладно. Вот эта подвесочка, я ее много носила. Я ее долго хотела, она стоила дорого. И в то же время я не знала, покупать, не покупать, все-таки дорого. А потом все-таки решила, что я ее куплю. Шикарная подвесочка. Вот такая. Она немножко перекликается. Сейчас я привстану, чтобы показать вам вид сверху. Я лентяйка сижу, видите? Так, отойду. И вот вид сверху. Вот серьги. И вот подвеска. Сейчас сделаю чуть темнее. Мне мешает моя тень. Что значит нет? Вот так смотрится эта красота. Поехали дальше. Так. А дальше были серьги с перламутром. Очень и очень понравились мне эти серьги. Они такие удобные, они такие, знаете, и тяжеленькие слегка. Это серебро тоже, серебро с перламутром. И вот здесь у нас капельное серебро, вот здесь вот у нас. Так, солнышко. А на солнышке что-то все белесое. Я специально на солнышко поставила, оно не показывает. Ладно, будем так. Вот, это очень красивые и удобные серьги. И они такие, они дорого смотрятся. И несмотря на то, что это не жемчуг, а перламутр, серьги шикарные. Вот как говорят, мне тоже очень нравится эта поговорка, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Шикарные серьги. И так, по кофейку, друзья, по кофейку. Все-таки, я думаю, надо переставить. И вы знаете, в то время действительно был в моде перламутр, и у меня есть еще много изделий с перламутром в серебре. Подвески, кольца, серьги вот эти только. Нет, еще одни есть. Я о них забыла, с белым перламутром. А где они у меня? Сейчас я посмотрю. Ну, ладно, друзья, я не буду искать эти серьги, поехали дальше. Я вам сейчас покажу крестик с перламутром, который я купила в то же время. Вот он такого нежно-розового цвета, очень красивый. Крестик, который я до сих пор ношу с удовольствием. Шикарный крестик, вот просто шикарный. И ко всему этому, вот, кстати, я на букве К застряла. Купив этот крестик, я не удержалась, сейчас я вам покажу. И я уже тоже показывала, купила вот эти шикарные золотые сережки. Ну, как золотые, они такие прям совершенно маленькие. И я их, я, знаете, к золоту не очень расположена, хотя довольно красивый металл. Но здесь жемчужина шикарная.
Она, нет, солнце не дает рассмотреть всю красоту. Жемчужина, друзья, здесь просто очень красивая, шикарная. И, кстати, когда я их покупала, они стоили тоже вот довольно дорого. Хотя золото здесь буквально мизер. Ну, сколько здесь? Ну, граммулечка, я не знаю, в каждой сережечке, наверное. Я не знаю. Ну, жемчужина. Жемчужина шикарнейшая, шикарные жемчужинки. И камера этого, по-моему, даже не передает вот настоящим жемчужным таким блеском. Блеском, даже не блеском, а сиянием. Она радует глаз. Я же говорю, что когда говоришь на камеру, что-нибудь, какое-нибудь слово забудешь. Вот такие очень красивые серьги. Сами по себе серьги простой формы, но вот эта вот грушевидная жемчужинка, красивая, очень нежно-розовая, с перламутровым свечением жемчужным. Она просто бесподобна. Ну, они, их две здесь. Так, что у нас тут? Убираем эту красоту. Так, девочки, мальчики, по чашечке кофеечка и дальше поехали. Так, вот у меня есть подвесочка, вот такая. Это тоже серебро. А в серединке жемчужинки, по краям цирконы. Но вы, наверное, видите, что вот эти жемчужинки имеют несколько подозрительный вид. И я вам скажу, почему они имеют такой подозрительный вид. Потому что я их покрасила давно, тогда еще, когда купила, я их покрасила нежно-розовым лаком «Металлик». Потом, наверное, обновляла, потому что с тех пор давно уже много воды утекло. Так вот, они у меня покрашены сверху лаком для ногтей, эти жемчужинки, чтобы они приобрели нежно-розовый цвет, поскольку вот я предыдущие сережки вам показывала, и мне хотелось сочетать. Вот такой красивый кулончик, такая красивая подвесочка. Мне очень нравится сочетание жемчуга с цирконами, а также очень нравится сочетание, ну, с прозрачными цирконами белого цвета, да, и очень нравится сочетание жемчуга с изумрудами. Это тоже вы увидите. Есть у меня такие серьги, я вам их покажу, но чуть позже, а сейчас переходим дальше. И снова по кофейку. Мне так нравится кофе. Я вам сейчас покажу старое-престарое колечко, которое я не ношу. Это серебряное колечко. Что-то случилось с моим котиком, малыш. Ладно, это мое старое колечко. И здесь я не знаю, что было с этой жемчужинкой. Ну, нормальная жемчужинка. Это тоже серебро, но я это почему старое? В то время я любила что-нибудь свое внести. Я внесла сюда тоже лак для ногтей. Я им покрасила вот эту жемчужинку. Ах ты, кот. Вот. А вытереть ацетоном, ну, это испортит жемчужинку, она уже и так наверняка испорчена, поэтому так получается, что колечко это я, конечно же, уже не ношу, тогда носила. Вот сейчас не ношу, и оно лежит просто так, как напоминание о днях моей молодости, которую вы расценили бы ха-ха-ха, какая же это молодость. Ну, для меня это была молодость. Это было лет 10 назад. Ой, друзья, я не могу.
До чего противоречив этот мир и удивителен. Ладно, сегодня у нас разговор не о возрасте, и поэтому я вам сейчас покажу колечко, еще одно. Вот это. Вот это колечко, тоже серебро, с жемчужинкой, с цирконами зелененькими. А куплено оно в Киеве на Хрещатике в 2004 году. Тогда мы с Маринкой поехали буквально на 3 дня в Киев, поселились в гостинице «Киев». Это буквально в квартале от Хрещатика. И вот мы себе сделали подарки. Кстати, вот из таких колечек, что-то, мне кажется, не виден перламутровый блеск этой жемчужинки. Она на самом деле очень красивая. Значит, были такие кольца еще и с темно-синими камешками под сапфир. Но я все-таки любительница зеленого, и поэтому я выбрала это колечко. А Маришке тогда купила красивейшее филигранное серебряное сердечко со вставкой коралл. Шикарное сердечко. Если не забуду, как-нибудь попрошу Маринку, чтобы она показала свои серебряные изделия. Ну, в общем, вот так. Дальше поехали. А дальше у нас будет вот что. Все в хронологическом порядке двигаемся. Ну, почти в хронологическом порядке. И, конечно же, конечно же, я пью. Девчонки, с вами, мальчишки. Так, и вот мои еще одни серьги. Я вообще фанат сережек. Так, сейчас положим их сюда. Ну, куда ты покатилась? Алло. Вот так. Сейчас я сейчас их покажу во всей красе, но сначала покажу вам колечко. Колечко. Вот такое колечко. Что-то мне не нравится, как солнышко. Оно мне не помогает, по-моему, а мешает. Сейчас посверкаю немножко, если получится. Вообще ничего не получается. Ладно. Вот. Вот это вот красивое колечко с жемчужинкой, с золотыми накладочками вот здесь. Вот я его не почистила, ну ладно, ничего. Все равно видно. Иногда даже нравится что-то непочищенное, иногда хочется почистить. Вот, это цирконы, жемчуг натуральный в серединке и серебро. И золотые листочки вот эти между камешками. Видите, золотые листочки. Они не золотые, а с золотыми накладочками. И такие же самые. Так. О, вот так хорошо видно. И такие же самые серьги. Вот. Точно такие же. Вот такой гарнитурчик. Ну, гарнитурчик, состоящий из каких-то двух изделий. Ну, два изделия, я имею в виду, серьги и кольцо. Это красиво. Ну, конечно, когда уже тут идет браслет, подвеска, это уже не модно и не интересно. Вот. Ну, а когда серьги и кольцо, что-то где-то перекликается, то я считаю, что это красиво. Ну, и не только я это считаю, а это так и есть. Поехали дальше. А дальше я сейчас отвлекусь на один момент. Я вам покажу бижутерию от Avon. Шикарную. Так, по кофейку. Шикарный крестик от Avon. Девочки, мальчики, это просто чудо, просто прелесть. Это бижутерия. Посмотрите на эту красоту. Какой он красивый, какой он нежный.
какой он необыкновенно просто привлекательный. Сейчас я вам, раз уж, как это, как говорил папа, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Сейчас я вам покажу еще одно украшение от Avon, тоже шикарное, в моем понимание сейчас. Вы тоже, кто давно меня смотрит, конечно же, это уже все видели, но почему бы повторение мать учения? Вот это шикарная вещь, девочки, мальчики. Я просто в восторге. Это медальон, он открывается. Как он выполнен, как мне нравится он. Вот он открывается, видите? Это шикарная вещь. Ну, умеют делать. Не знаю, китайцы, наверное, уже делают это. Но очень красиво. И вот тоже, знаете, так мне нравится. Еще есть сережки такие, которые на все ухо надеваются. Возможно, я закажу себе. Так, не буду лениться, встану и покажу вид сверху. То я как уселась и сижу. Вот, красота. Тихо, тихо, фокус. Вот, красота. Ну да, тут чуть-чуть смещено вот это, чуть-чуть неровненько приклеено, знаете. Ну, я забрала то, что было, других просто не было. Это я покупала уже, я не заказывала, а покупала с рук у девочки. Вот, просто шикарные штучки, необыкновенные, обожаю. И поехали. Что-то я еще об Эйвоне хотела сказать. А, что я хочу заказать себе. Ну, в общем, если я закажу вот из этой серии, ой, наверное, в следующем или в этом. Вот я хочу серьги заказать, они сейчас по хорошей цене. Ну, в общем, закажу, покажу. Поехали дальше. Так, у меня тут кофеечек уже на донышке остался. Нет, я эту девочку не копирую. Просто, ну правда, на донышке вот чуть-чуть. А я сейчас добавлю, друзья, себе вот, чтобы было не на донышке. И поедем дальше. Да. Так. Серьги, серьги. А, вот такие шикарные. Ой, я их не помыла. Так, ребята, ждите сейчас. Так, еще по кофеечку. Вот, серьги-пусеты. Очень красивенькие. Ну, пусетки иногда вот чернеют эти штырьки, поэтому я помыла, а то они такие уже темненькие были. А так вот красиво видно, это серебро, серебряные сережечки. И главное, что очень важно, что они на закруточках. Это надежно. Я вот пусетки, если у меня серебряные, вот я покупаю, да, и золотые у меня пусетки маленькие в ушках, совершенно маленькие. Те, которые я во вторую дырочку вставляю. Они у меня все на закрутках. Только бижутерию я могу себе позволить носить на этих, на задвижках, я бы сказала. Правда, одни сережечки у меня есть на задвижках, серебряные, но это тоже давно купленные. А в общем, вот сейчас я покупаю только на закруточках. Раньше, кстати, не было на закрутках серебра, а сейчас есть и очень распространено. И это очень удобно, надежно, и к тому же они не колятся, вот в них спать можно. Я вот в этих вторых сережечках, во втором отверстии, которые, я в них сплю. Ну, вот как-то так. Вот эти красивенькие, хорошенькие сережечки, пусеточки. Очень они мне нравятся. Дальше. Ну, дальше знаменитые сережечки от Сережечки, да? Вот эти серьги, которые мне Сережа подарил. Когда? 2 года назад, да, девочки? Вы лучше меня помните, между прочим, на годовщину нашей свадьбы. Не свадьбы, а росписи. Свадьбы не было, роспись. Вот. Вот такие вот красивые, с золотыми накладочками. Вот так, ну-ка, ну-ка. Вот такие, красота такая.
И, конечно же, циркончики вот здесь вот вставлены по кругу, по окружности. Вот. Очень красивые серьги, я их люблю. И вы их тоже одобряете, всем они нравятся, шикарные. Я, знаете ли, когда-то подобные серьги, именно вот такой формы примерно, увидела у одной девочки в банке. И они мне очень понравились. И мне хотелось такие серьги, но я не находила того, чтобы меня очень сильно поразило. И потом, пару лет назад, я их увидела, и Сережа, когда спросил, что мне подарить, я сказала, вот эти серьги. Вот такие, ой, куда ты падаешь. И вот такой подарочек я получила. Так, сюрпризов я не люблю. Потому что Сережа мне однажды сделал сюрприз. Притащил мне на 8 марта огромнейшего медведя, дорогущего. Слушайте, друзья, и чё, куда мне его? Я его, конечно, передарила Настеньке. Для такого медведя нужно, знаете, какая квартира нужна. Лучше бы он мне серьги купил. Ну вот мужчины, они не совсем понимают, что нам нужно, девочкам. А вот. И поэтому вот он подумал, что вот если я такая веселая, задорная, мне нужен большой медведь плюшевый. А мне, он еще и пел, тот медведь. А мне нет, мне нужны вот такие вот цацочки. Так, шикарные. Серьги просто прелесть, прелесть, прелесть прелестная. Поехали дальше. Дальше. Колечко. Нет, что же я раньше купила? А я почти одновременно купила это все. Вот это вот красивое колечко. Вот это, ну, девочки, кто... Так, я тут попутно и кофе, кстати, наливаю. Я уже эту бадью допиваю. Так, вот это колечко. Посмотрите, я пока кофе глотну. Вот. Так, вот это шикарное колечко. Вы знаете, девочки, что я родилась под знаком рыб. И да, что ж такое? По-моему, у меня сон. Вот, я родилась под знаком рыб. А почему у меня, собственно, ник Лилия Аква 0303? Я родилась 3 марта, это третий месяц, третий день. И я вам скажу больше еще и в 3 часа дня. Вот. Значит, а символ рыб – это волна. И вы представляете, я нахожу это кольцо совершенно... Это в прошлом году, наверное? Или в прошлом? По-моему, в прошлом лет. Может, позапрошлом. Я уже путаю вообще всё, все года. Или прошлым, или позапрошлым летом. Да. Ну, в общем, ладно. Посмотрите мои видео, увидите. В общем, здесь идет, видите, какая волна. Волна и жемчуг. Но это вообще такое рыбное кольцо. Я его ношу с удовольствием. Просто с огромным удовольствием. И вот эти красивые фианиты по гребню волны. Давайте попробуем, может, они мне тут засверкают слегка. Не получается. Ага, чуть-чуть сверкают. Вот так вот. Когда солнце прямо падает, то просто все белесым становится. А вот так вот, когда чуть-чуть какая-то полутень, вот тогда сверкают немножко. Вот. Ну, на солнышке они, конечно, сверкают шикарно. Вот. Вот это колечко. И тогда же, в тот же год, я купила вот эти шикарные серьги с натуральными изумрудами, серебряные тоже, это все серебро. А вот эти шикарнейшие серьги с натуральным изумрудом и с фианитами, и натуральный жемчуг. Слушайте, шикарные серьги, и к ним прикладывался паспорт, о том, что это натуральный изумруд. В общем, вот как-то так. Это было красиво. Но я паспорт, по-моему, я никогда не сохраняю ничего, хотя это напрасно. Ну вот,
Как-то так. Ну, изумруд и изумруд. Это мой самый любимый камень. Это изумруд. Самый-самый любимый. Как-то с детства даже. Знаете, мне даже нравится само произношение слова «изумруд». ЗР. Я люблю эти буквы. Изумруд. Красиво звучит. Вот, мое любимое колечко, кстати, показываю. Это изумруды, но это в золоте. Тут и по бокам тут парочка бриллиантов. Раз, два, да, по два бриллиантика по бокам. И вот это вот изумруды. И золото такое зеленое, и это 750-я, по-моему, проба. Ну, выше, чем 585-я. Не знаю, меняю. В общем, как-то так. Я очень люблю, кстати, это кольцо, я его очень часто ношу. Ой. Вот. Очень люблю. Обожаю это колечко. Так, поехали. Речь у нас сегодня о жемчуге, да? Так, где моя вторая серьга? Вот она. В общем, вот это вот мои красивые, так сказать, новые серьги, но это не самые новые. Самые новые будут сейчас. Вот такие шикарные серьги, да? Просто шикарные. А первые жемчужные бусы я купила себе в 90-м году, уже когда я уже говорила как-то под вывод войск, мне прошлый мой супруг сделал все-таки вызов в ГДР еще, и уже войска выводили. Я приехала на 2 недели буквально, и поехала в Берлин, и в Берлине там накупила себе бусиков, по-моему, в Берлине, а может быть в самом Виттенберге. Мы попали второй раз в Виттенберг. В общем, купила я себе там бусы жемчужные, и между жемчужинками встречались зелененькие маленькие бусинки. Не знаю, что это было. Возможно, изумрудинки, возможно, хризопразинки, не знаю. Но их уже давно нет. А бусы, кстати, есть. Бусы есть. Но бусы я сегодня не показываю вам. Сегодня у меня идут в основном серебряные украшения, за исключением Эйвен и за исключением золотых сережек с розовыми этими подвесными грушевидными жемчужинками. Да, так все серебро идет у нас. Так вот, те бусы сочетались с зеленым. Мне очень нравится, и вы, наверное, заметили, что мне нравится сочетание жемчуга именно с зеленым камнем, с изумрудом, потому что изумруд вообще мой любимый самый камень. Так, и, наконец, гвоздь программы. Друзья, мои новые серьги. Вот они, вот они. Шикарные. Слушайте, я думала, что не скоро мне понравятся серьги какие-то с жемчугом. Я все смотрю, такие избитые формы. Вот. И тут вдруг моя любимая форма цветок. Я очень люблю форму цветок. И вот, пожалуйста, цветок, да еще заниженный штифт, да еще вот эта вот волнообразная такой листочек это у нас, видите, цветочек с листочком, да на этом листочке еще вот эти вот сверкающие фианитики, и вот так они будут у нас сверкать, сверкающие фианитики, фокус. Есть фокус? Вот, в общем, серьги-то где вторая? Вторая. Вот она. В общем, серьги меня просто впечатлили. Я в них влюбилась. Совершенно неожиданно и не по плану. Ну, по плану влюбляться очень сложно. Вот, я влюбилась в эти серьги позавчера. И вчера я их купила. У нас с Олей были посиделки в этом, на бульваре. Я выставлю тоже это видео. И перед этим говорю, пойдем, я выкуплю наши, мои серьги наши, говорю,
Мои серьги, вот я их выкупила, шикарные, шикарные серьги, сережечки мои красивенькие, да, с жемчужинками, обожаю, девочки, серебро, серебро, обожаю, очень люблю жемчуг. Хорошо, когда вот камень, который, хотя жемчуг считается не камнем, но все равно, будем говорить, да, камень, который по знаку зодиака соответствует тебе, и он тебе очень нравится. Очень нравится мне жемчуг, очень. Вот такая красота, красотулечка. Так, и это дело надо запить и отметить кофеечком. Так. Видите? Черепашка затесалась. Черепашка бижутерия. Я ее хочу поносить. Но вот с этим, с ракушечкой на спинке, инкрустированная перламутром. Красиво. Она медная. Она тут уже, видите, потерлась. Когда я ее купила, я ее носила. Это, наверное, года 4 назад. Вот, красивая, очень она мне нравится, черепашка. Ну, вот я ее так положила сюда, и вот то, что я вам уже показывала. Вот, и вот продолжение, так что видео получилось довольно-таки объемным, как многие из вас любят. И чуть не забыла об этих серьгах. Посмотрите, какие красивые. С такой вот черной, да, с черной такой жемчужинкой. Тоже серебро. Вот это, я бы сказала, близнецы-братья. Я почему-то об этих серьгах все время забываю. Все время забываю. Вот, видите, они абсолютно одинаковые, только здесь белая жемчужинка и белые прозрачные фианиты, а здесь черная жемчужинка и черные фианиты. Вот такая красота, и я о них забыла. А потом уже все, уже сняла уже видео, да, все. Потом думаю, минуточку, аж как же я забыла об этих. Я их не часто ношу, но они мне безумно нравятся, я просто о них забываю. Так, и мои новенькие. Я переложила все это в шкатулочку добро. Так, они у меня врозь все лежали, а сейчас я решила их все в одну шкатулочку переложить. Вот такая красота, девочки, мальчики. Пробую. Нет, нет, солнце не помогает, солнце мешает показывать. И практически кофе уже отсюда выпит. Допиваем кофе. Ой, хочу показать сверкание вот этих фианитов. Поиграть немножко серьгой и показать сверкание этих шикарных фианитов. Да, шикарных фианитов. А знаете, мне, я уже говорила, по-моему, что мне вообще... А, нет, я писала. По-моему, в ответе кому-то, что мне абсолютно без разницы. Фианиты, бриллианты. Если это красиво, какая мне разница, какая кристаллическая решетка у этого камня и как он выращен, каким образом. Он сверкает, он долговечный, он красивый. Мне без разницы.
что это за камень. Поэтому я говорю, шикарная игра вот этого вот, вот этой всей красоты и сверкания фианитов. Вот такая красота. Ну что ж, надеюсь, что вам было интересно. И, конечно, конечно же, я жду от вас лайков и комментариев. Все, мои дорогие, пока-пока.